Короче, я забираюсь до дома в ритме. Одно и то же просто. Съехал по песку, тоже нормально. Смотри. Сел на колесо и слезал все, что только было можно. Тут фотка этого клипа. Обновил фото обошка очередной раз. 1269 лайков. Йоу. Еще он пишет 11-метровый флип. Ничего себе, 11-метровый. 11-метровый. Ну это жесть. 11-километровый. Кого? В один дом будут два грабителя, которые мелкие, жирные, а второй. Точно, да. Да, не только похож. Очень. Стопай. Нормально. Зачем? Пацаны монтируют фраер Journal. Кирилл, покажешь маме? Нет. Раз что твои маме. Коротких кусков динамичных. Так как это получится их делать? Получится. Там нельзя из контекста вырывать и фразу вырезать. Ну, вот я про то же. Типа, если их вынуть, то получится, что ты просто, видишь, выебываешься. Ну да, получится, что да. Да-да-да. А так вот, типа, какой-то... Так это именно разговор. Галина, как гоповской, да? Вот сейчас 3 часа ночи. Дима с Кириллом домонтировали фраер Жорну. Если бы домонтировали, там еще работы, еще на несколько часов, чтобы было все идеально. А я, короче, решил вещи вывесить свои на сушку и услышал, как в 3 часа ночи кто-то слышит просто за забором, соседи слушают музыку. Я не могу привыкнуть к тому, что в 3 часа ночи на улице день. У нас такое в 5-6 минимум. Мене зустрів Тарас Галера в Києві, і я залишусь ще на 2 дні в Києві. Приїхав з Москви, коротше, з прокаченим колесом. Зустрів у Пацьки в Ровенську. Денчика в скейт-парку в Києві, будемо в Ровенську. Night Ride в Києві. Скрихай стіль. Нормально. Пацаны валят мясо в Киеве на бэмах. МТБшники приехали домой, а бэмеры валят. Такая же. Ты же позвонил. Ну, боюсь, как
Как тебе в Киеве, Санёк? Нормально. Так, ты самая кофейная, давай светить. Его кожа позаданила. Ну, Санёк, к вам. Короче, ему надо воды попить и похавать. Пат, не выдержай. Возьмем похавать, похавай. Чуешь, Саня? Санёк, нормально? Короче, рассвет уже. Дайте ранку в Киеве. Сейчас.